А, новость сегодняшнего дня Нагорный Карабах прекратил свое существование официально. Неофициально Прекратит не, с 1 с января прекратит. Ну считается, что да, сегодня как бы это уже опубликованная, да, как бы новость. Понятно, что там дальше срок с 1 января, но тем не менее, то есть, это, это историческая дата относительно вот этого анклава серого. А, мы увидели все в прямом эфире, как происходило выдавливание или создание коридоров для того, чтобы люди, которые не хотят там жить, уходили. И это создает возможность Украине, в том числе, посмотреть на то, каким образом необходимо или возможно действовать в режиме деоккупации своих территорий. Как ты считаешь, какие уроки стоит извлечь из этой истории? Уроки государственной мудрости, которые которые нам надо вынимать и вынимать. Посмотрите, насколько умело, тонко действуют, дальновидно действуют азербайджанцы. С их точки зрения, никакого Нагорного Карабаха не существует. Ну, Арцаха, да, армянского. Это незаконное образование. Так, такое же, как мы считаем ДНР и ЛНР. Тем не менее, они заключили промежуточное соглашение с Арменией, когда-то по нему, где то в том или ином варианте был призван его статус, позволили его существовать, позволили войти российским миротворцам, потому что страна, которая имеет дальнюю стратегию, в которой все рассчитано, и глобальным фронтом наступая, интригуя на всех делах, создавая систему зависимости, в которой запутывается их враг, как восточный ковер, может позволить себе куда более рисковые вещи. Если посмотреть внимательно на это соглашение, оно 2020 э, -го года, оно очень многих азербайджанцев выбило из колеи, и они говорили, да все, будто да как же, столько воевали, столько потеряли, ради чего, чтобы вот такое, это, по сути, э, некоторые горячие головы могли бы сказать, что это их Минск-1 и Минск-2. Ну хорошо, прошло три года, и где? И они формально могли бы сказать, да мы вас никогда не признавали, и нам от вас ничего не нужно, никакого документа, просто нет у вас в Арцахе, и все. Но они сделали так, что президент, в кавычках, подписал. Они имеют бумагу теперь. Все дальнейшие арбитражи, споры, вопросы по имуществу, по переселенцам, и куча-куча исков от частных лиц организации и так далее, исторические претензии теперь во все договора, в учебники истории войдет что? Армянин, глава... Арцаха, их, да, подписал фазе государственного образования, подписал э, добровольно акты его прекращения. Не азербайджанцы силой выдавили и заставили, потому что это за этим и началась бы целая судебная история. Да? Иски от перемещенных лиц, там, за разрушенные дома, убитые родственники, даже государственные и прочее, каких хочешь. Нет, подписали, так и нет прецедента. Понимаете, да? И они очень мудро и дальновидно действуют. С одной стороны, как бы, ну, мы же не признаем так называемый ЛНР ДНР. Да? Мы не признаем власть Крыма, не признаем власти Херсон, так называемой назначенной Херсонской Запорожской области российской. Но вопрос, как мы будем действовать в этой ситуации, очень-очень интересен. Конечно, может быть, в Украине она а страна, которая намного больше Азербайджана, и сосредоточив ресурсы, выйдя из большей поддержкой, выйдя на исторический размах, мы можем просто довести до безоговорочной капитуляции, снести их нафиг и все. Вот. Но азербайджанцы в ином положении, и они очень четко рассчитывают каждый шаг, и получили официальный бумагу, который они будут закрывать очень много вопросов от юридических, заканчивая историческими обоснованными претензиями, так называемыми, и так далее, и так далее. Они давят рецидив с потому что любой рецидив, любая полемика рецидива в, в, в Армении, в армянской, в армянской диаспоре, где бы то ни было, будет упираться в этот документ. Так не существует же уже государство. что, что возрождать? в отношении чего осуществляют рецидив или даже риторику рецидива. Кроме того, таким образом они косвенно, почему косвенно, весьма прямо помогают Пашиняну. Пашинян прекращает сидеть на растяжке и становится полно, полноценным лидером Армении как государства. Нету никакого там образования, где сидит, на котором сидел и паразитировал клан его политических противников. Нету двоевластия. Пусть маленького такого своего рода, но двоевластия. Они ликвидируют это двоевластие. И его позиция, которая состоит в том, чтобы раздавить карабахские кланы и порвать с Россией, а за этим неизбежно стоит улучшение, улучшение отношений с Турцией и Азербайджаном, теперь закреплена еще юридически. И вот эта способность тонко рассчитывать, начиная с точечных ударов, которые наносят системных их, их армия, заканчивая политикой дипломатией, экономическими отношениями, переговорами, а, да, закрепление каждого шага соответствующим документом, вот этому надо, конечно, учиться. У нас стратегия может быть другая. Тут надо, надо учиться... Я это не значит, что мы с ЛНР, ДНР, прости господи, должны подписывать так называемые какие-то документы. Уже подписали, слава богу. Но как бы не надо так повторять. Так вот, я имею в виду Минск-1 и Минск-2. Но тонкости в шахматной партии рассчитаны на 30 с лишним лет политики. И вот этому надо учиться, конечно. Подпишитесь на наш канал Будра Ньюс и будьте в курсе всех событий.